Одна скрипка. Автор Натали Нияд. Читает Мишель Лакмус. В темном чулане, средь хлама забвенья, она чуть живая царапает стены. От пыли просели истертые ноты, и с ними сидели куски позолоты. И лишь одна скрипка упрямо старалась, и даже улыбка на миг появлялась. Старалась не верить падению и краху, и, глядя на двери, противилась страху. И только ночами в своих сновидениях, забыв все печали, отбросив сомнения, она отдавалась видениям былого, и все ей казалось, вернется все снова. И нежные руки, вновь в скрипку лаская, волшебные звуки ее погружают. И вновь она станет дарить свою душу, ничуть не устанет и будет послушной. Но утро жестоко мечты разбивало, опять одиноко она погибала. Средь хлама забвений она чуть живая царапает стены в темном чулане.